вами Денис, и мы вновь продолжаем проходить Гарика Сукачева и тайную комнату. Поехали. Так, а у нас есть рябиновый отвар и слизь книжных червей, чтобы сделать зелье, привет. Да? Как насчет покупок? Нет, спасибо. Не в этот раз. Не в этот раз, мой дорогой друг. Так. Ага, Гермиона нас ждет тут, да? Ладно. Такс. Ага. Кстати, мы в каком-то месте профукали тайный проход. Точно я не могу сказать, в каком месте. Хотя могу. По-моему, здесь. Чего? В этом кабинете проходят уроки защиты от темных искусств. А-а-а. И можно на сундучки нарваться, да? А в обычном сундуке? Это, конечно, четко. Прошу прощения. Да, я думал, вы тут. Лучше бы уроки проходили у нас в гостиной. Там, по крайней мере, безопасно. Ну да, и там куча вкусняшек, да? Ладно. Пройдем в этот проходик. На! Да что за фигня? Да ты чё лагаешь? Наконец-то. Отлагался гопник. А, еще хотел сказать, извините, прошлая серия что-то очень была сильно насыщена матюками. Просто было настроение какое-то веселое, так что извините. Я бы даже сказал сверхвеселое, но да ладно. Так. Не будем о грустном. Главное, будем пытаться пройти Гарри. И, подожди. Ага. Так. Трепещите. Интересно, они перевели? Видимо, нет. Здравствуйте. Сегодня мы с вами изучим заклинание Скурж. Да, мисс Грейнджер. Пожалуйста, расскажите нам о тайной комнате. Вообще-то, мисс Грейнджер, я преподаю заклинания, а не мифологию. Ну, пожалуйста, профессор, нам очень интересно. Ладно, ладно. Ладно, как вы, наверное, помните, Хогвартс основали 4 великих волшебника. Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Кандида Коктевран и Пенелопа Пуффендуй. Так вот. Слизерин хотел, чтобы в его школе учились только чистокровные маги. Остальные трое с ними согласились, и он ушел. Да, мисс Грейнджер. Он построил тайную комнату,
о которой не знали другие основатели школы. И поселил в ней некое чудовище. Легенда гласит, что однажды наследник Слизерина вернется и откроет эту комнату. И тогда все те, в чьих жилах течет кровь обычных людей, навсегда исчезнут из Хогвартса. Разумеется, все это вымысел. Вернемся к реальности. Мистер Поттер, не хотите ли вы выполнить упражнение по заклинанию Скрудж? С удовольствием, профессор. А поклон-то зачем? Он тебя чё, принц? Прошу вас, выбросьте из головы всю эту чепуху про тайную комнату. Сосредоточьтесь на упражнении. Клякса. Сейчас я начну обводить контур символа своей палочкой. Когда моя палочка будет проходить над стрелками, пожалуйста, нажимайте клавиши с такими же стрелками на клавиатуре. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, вы должны нажать все нужные клавиши в правильном порядке. Вы готовы? Первый этап. Начали. Ага. Хорошо, мистер Поттер. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап. Начали. Хорошо, мистер Поттер. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Гриффиндору. Начали. В смысле не засчитали? Ты чё? Офигеть. Давайте попробуем ещё. Мистер Поттер, не отвлекайтесь. Давайте попробуем еще раз. Давай. Наконец-то. Поздравляю, мистер Поттер, вы отлично выполнили упражнение. 15 баллов Гриффиндору. Итак, мистер Поттер, вы в совершенстве владели заклинанием Скрудж. Теперь я предлагаю вам закрепить изученное, выполнив практикум по этому заклинанию. Давай, практикум. Итак, мистер Поттер, мы начинаем практикум по заклинанию Скрудж. Чтобы завершить его, вы должны найти последнюю звезду, которая спрятана на одном из нижних этажей. Постарайтесь найти последнюю звезду как можно быстрее. Если вы не успеете подобрать ее за отведенное время, вы проиграете. По пути обязательно собирайте звезды. За каждую из них вы получите дополнительное время, а ваш факультет – баллы. Кстати, я настоятельно рекомендую вам собрать все звезды. Постарайтесь найти последнюю звезду как можно быстрее. Чем раньше вы ее возьмете, тем больше баллов получит ваш факультет. Так. Ну, давай. Наркоманские конфетки. Эктоплазма — это вязкая зеленоватая субстанция, которую оставляют за собой некоторые призраки. Ее можно рассеять заклинанием Скрудж. Я как бы уже понял. Так. Угу.
Так, что это нам даст? Это заклинание также позволяет освобождать предметы, увязшие в эктоплазме. А, сначала надо освободить. Скорость! Что это нам дало? А? Я что, типа, должен допрыгнуть, типа? А, ну тогда понятно. Да ё-моё! О-о-о! Эктоплазма поглощает жизненные силы. Если находиться в контакте с ней слишком долго, можно потерять сознание. Ты офигела? Грёбаная жаба. Так. Нафиг тебя. И тебя, и тебя. Фиг тебе. Негодники малолетние. О нет, это Пивз. Поттер, Шваттер, Перри Поттер. У тебя такое смешное имя. Чё? Да, на PS1 это не сравнится, конечно. Блять, еще за время. Покашушки, покашушки, блин, быстрей. Оу. Я так понимаю, что-то впереди, да? Но. Няки-нюняки. Ну, где? Так, подожди, я что-то не понял. А вот это, что мы открыли, это где? А? А, это тут, ё-моё, я не заметил. Так, стоп. А нам пройти можно по бочин? Ё-моё, вы представляете, если бы я не заметил, я бы профукал звезду. 3 из 10. Не-не-не-не-не-не-не, пукалка, иди в нафиг. Пукай дальше где-нибудь, но не в меня. Так, ладно, теперь слава богу, идем по нужному пути. Так, и... Стоп. А что не так? Что это открыло? Да давай быстрей, кутя-мутюти, блин, давай. Что тут? И что это нам... И что это нам дало? А? О. Халявная кора головного мозга. Типа мы обошли? Ничего не пойму. Что это нам вообще дает? Я не пойму. Ну, карточку дало, а дальше чё? Куда это все ведет?
Да ё-моё, блин, куда это все ведет? Вопрос, блин. А, ну ладно, я уже испугался. Так, сохраняшка. Давай карточку. Сколько карточек уже у нас? Понятно, еще дофига собирать. Что? Показалось, что ли? Ну да ладно. Так. И что это нам дало? Что? В смысле, сюда улитку? К улитку-мулитку, что ли, да? Блин, капец, давай быстрее. Улитка, улитка. Опа-на. Опа-на. Не, родная моя, тебе еще рано. И что это дало? Где дало? Ой, блин. Я что, зря упал? Или нет? А-а-а. Ну, пусть хотя бы так. А туда мы попадем? Ладно, надеюсь, что попадем и так, и так. Оу. Так, тебя сюда, да? А, это решетки. А где еще улитка? Ё-моё, вы издеваетесь? Серьезно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не сюда тебе прыгать. Ё-моё, какой геморрой, а? Куда ты, блин? Тебе сюда. Да. Так, а внизу что-нибудь есть? Нет? А то ж мне до жопы будет интересно. Обследовать еще днище. Так, ладно. И где? Осторожней, мистер Поттер. Здесь корнуэльские пикси. Постарайтесь оглушить их заклинанием Риктусэмпра. Подожди, а где у нас... Да ладно, а где? Воу. Ай, быстрей. Воу. Я не ожидал вас, конечно, тут увидеть. Ну да ладно. Звезда? О. О.
Так, быстро. В смысле закрыли? Я не знал, мне нужно было туда сходить, блин. Какого хрена? Так нечестно. Вот капец. Не понял. Да в смысле? А как мне ее взять? Вы что, издеваетесь? Что-то мне такое чувство, что сюда надо что-то... А еще прям время теряю, блин, непонятно как и что. У нас еще двое, блин. Да, опять что ли одну звезду профукаем, если не две. Тогда понятно, почему бы мы не смогли ее взять. Оу. Что это нам дало? А? Ты офигел? Не понимаю, что-то дает, вообще-то ничего не дает. Поздравляю, мистер Поттер, вы завершили практикум. Оставшееся время станет вашим личным рекордом. Да, одну звезду мы профукали. Печаль. Вот-вот начнется церемония награждения. Ну, поздравляю, что начнется. Я тут при чем? Я на практикуме по заклинанию Ricto Sempra. Чего? Решил попробовать еще раз? Правильно, Гарри. Так, в смысле? Не хочу я еще. Здравствуй. Хочешь... А что у тебя есть?
серебряная волшебная карточка. Только что из печати. 201. Блин, а думаю, нужны они нам или нет. Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Да, я сначала посмотрю, сколько у меня их. 5 из 40? Вы что, издеваетесь? Каким раком я это соберу, блин? Сколько раз это мне про... Стоп. А как туда попасть? Вопрос. Я вижу сундук. Но я не вижу, как туда попасть. Чё за фигня? Как туда попасть? Да уж. Ага. Это большой зал. В нем проводятся дуэли и важные церемонии. Ну, нам сюда не нужно. Так, надо ту слизь активировать. Но это было, по-моему, где лестницы. Этот путь ведет в подземелье. Так, подземелья нам, по-моему, еще не нужны, да? Надо еще на улице глянуть, что там. Ага. Хагрид. Подожди. О! Слушайте, а нам не говорили, что... Что конфеты часто появляются. Ладно. Привет, Гарри, поторгуем? Да подожди ты, блин, поторгуем. А, недоступно. Привет, Гарри, поторгуем? Что ты там делаешь? Отсюда. Я тебя чё, кошка, брысь отсюда. В другом переводе это было бы все по-другому. Так. Это тоже недоступно, да? На что? Если бы у тебя был член, тогда ладно бы. Я поспугался и уставился бы. Эй, Гарри, как насчет покупки? У нас лучшие цены в Хогвартсе. Да... Эй, Гарри, как насчет покупки? Сегодня со скидкой. Так, стоп. А это что за... Хагрид? Ё. Хижина старого доброго Хагрида. Ох ты мать! Тут еще и приколюшки. Здрасте. Господи, какой визжащий звук, а? Как будто вас режут, убивают, я не знаю. Так. А, 2 лечительных зелья. Вопрос, а как их пить? Карта.
Нифига себе. Блин, они удобно сделали. Так, ладно. Походим еще по Хогвартсу. Так. Да, удобно они сделали в тайной комнате все. А это что? Недоступно? Хагрид, а ты можешь что-то сказать там, типа, привет? Всегда мечтал разводить диких кабанов. Хм. Ну, для такого четкого мужика, как ты, конечно. Так, ладно. Тут мы зато нашли хижину Хагрида. И то хорошо. Так. Что делать дальше? Так, хижину Хагрида мы нашли. Это получается стадион. Здравствуй, хочешь что-нибудь купить? Флипендо! Еще можешь? Флипендо! Отлично. Так, а что ты продаешь? Что-нибудь купить? А что у тебя есть? Превосходная слизь книжных червей. Снеггу такая и не снилась. Не, я... Отказываешься от сделки? Ну, как знаешь. Чувак, я и без них обойдусь, честно. Кто еще недоступно нам, да? Ну, тогда в Хогвартс. Валить. Мне бы вспомнить еще что-то на втором этаже, это явно. Что? Привет, Гарри, поторгуем? А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Да чё так они дорого у вас? Так дорого стоят, блин, какого хрена? А что у тебя есть? Серебряная волшебная карточка. Никогда не потускнеет. Тебе виднее. Прости, денег нет. Тут закрыто. Это что? А, комната. Не то. Пальто. Так, может здесь или там. Ага. А это куда идет? Я в кабинете трансфигурации. Флипендо! Так, ну тут это ничего нам не дало. Прошу прощения. Прошу прощения. Ладно, так. Это кабинет заклинаний. Здесь преподает профессор Флитвик. Все, больше ничего нету. Ну да ладно. Так. Закрыто, да?
Значит, мы не тут. Блин, из-за этих поисков время прохождения усиливается. А мне бы этого не хотелось. Увеличивается, точнее.